Приветствую вас, друзья. Volvo XC60. Вот такая вот мерзость. Иначе даже не назову. Раз, два, три, четыре, пять. Пять ребер. Выполнять работу будем по покраску, потому что здесь краска скрыта, здесь тоже. И поэтому особо нет. Но даже под покраску здесь есть над чем поработать. Не вижу. Вот так вот получилось после приклейки первой клипсы системы наращивания. Вот потихонечку у нас вот этот вот бугор уходит вовнутрь. Мы подтягивали и пробивали этот бугор. Ну и видите, да, ребрышки у нас тоже уже подтянулись потихонечку. Сейчас будем эпизодами подтягивать вот эту всю историю. Верхний краун тоже он у нас, вот он остался, да, но в целом объем тоже подтянулся. Сейчас и здесь начнем уже подтягивать. Так, подклеили эпицентры, да, вот остался единственный значимый эпицентр. Сейчас мы его тоже подклеим, вот, и будем подбивать. Так, ну потихоньку плоскость у нас подравнивается. Вот остался сейчас вот этот нижний эпизод, еще не дотянут, вот, и дальше чистим потихонечку. Подчищаем поверхность потихоньку. Вот так вот она уже у нас выглядит в лампе, да. Ну, в целом под покраску очень хорошо, но на самом деле многие дефекты, которые здесь были, отполировались. Посмотрим.